Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Umidigi F2. И сейчас я покажу вам, как очистить кэш на этом замечательном устройстве. Итак, вначале вам нужно будет нажать и удерживать кнопку питания. Затем выбрать «Выключить» и подождать, пока телефон вырубится. После этого вам нужно будет нажать и удерживать одновременно кнопку питания и увеличение громкости до тех пор, пока не увидите boot mode. После того, как вы попадете в boot mode, кнопкой увеличения громкости вы двигаете стрелочку. Нужно вам сделать так, чтобы эта стрелочка была направлена на надпись «Recovery». И тогда нажать на кнопку уменьшения громкости и подождать, пока телефон не войдет в предрекаверное меню. Отлично, мы уже здесь. Теперь нужно нажать и удерживать кнопку питания, нажать и отпустить кнопку увеличения громкости и отпустить кнопку питания. Отлично, мы с вами в режиме recovery. Теперь нажимаем на кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока не опустимся до пункта Wipe Cache Partition. Нажимаем на кнопку блокировки, питания. Нажимаем на кнопку уменьшения громкости для того, чтобы выбрать пункт Yes. И нажимаем Да. Отлично, мы очистили кэш. Теперь просто нажимаем на кнопку питания для того, чтобы перезагрузить телефон. И ждем, пока он загрузится. Отлично, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.